Семья, давайте я еще раз поснимаю, освещу этот момент, потому что вчера созвонили собственникам, произошел разговор, и я думаю, что нужно это осветить. Давайте с подъездных путей начнем. Улица Мичурина, соответственно, идеальные подъездные пути. Налево поехали, хоста 6 километров. Вот он мой дом, вот он, вот он, вот он мой дом. Вот, соответственно, налево поехали, до хосты, соответственно, 10 минут, там все бары, рестораны, магазины, спортзалы и так далее и тому подобное. Автобусная остановка вот здесь, детей бесплатно в школу обратно, 129-й курсирует каждые 40 минут без проблем. Все, отлично, двухполосная асфальтированная дорога до морпорта, центр Сочи, 30 минут, до Адлера, соответственно, 30 минут. То есть самое шикарное расположение, самая лучшая локация, это село Каштаны, потому что самые супер виды у вас здесь на горы, спокойствие, ни одного апартаментного комплекса, ни одного жилого многоквартирного дома, только частный сектор, приятные люди, все друг друга знаем, одна машина в 10 минут проезжает, поднимите руку, вас довезут без проблем. В поселке Магнит, при въезде Пятерочка, много сельских магазинов, озеро, речка, пруд, пешком можно до Кудепса дойти, шикарная лесополоса, отдых, гуляйте с собачками и так далее. Значит, вот по поводу этого дома, что я хотел сказать. Значит, 4 сотки земли, 140 квадратных метров. Значит, приехал ко мне клиент на днях и, соответственно, сказал: Дмитрий Александрович, да, мне нравится, даже мы там согласовали, соответственно, с ним. Кстати, вот здесь парковка, соответственно, на две машины без проблем. Мы здесь с ним согласовали, значит, вопрос, связанный с ценой. То есть цена была в ролике 23 миллиона, но за наличные застройщик готов и за 22 отдать. Строился этот дом, значит, ребятами, которые сейчас работают у нас, с Романом Николаевичем, то есть это одна из бригад, которая тоже с нами работает, был построен пару лет назад, качественно отстоялся, проблем никаких нет. Единственное, что мне нравится в этом доме, это то, что здесь все в брусчатке закатано. Ну, как бы я вижу это следующим образом, так как там земля, это все демонтировать, здесь сделать бассейн. Вот мой клиент приехал, мы здесь стояли, он говорит, вот здесь надо вот эти перила убрать, говорит, сделать стекло, инфинити бассейн и, соответственно, с шикарным видом на горы, говорит, купаться здесь и плавать. Я говорю, да, я с тобой полностью согласен, но он купил у нас дом за 15 900, внес задаток сейчас, будем выходить на сделку, который я тоже недавно анонсировал в конце на улице Михайловской, там дом за 15 900 у нас продается вот, на 5 сотках земли. Вот он выбрал его, хотя у него была финансовая возможность выбрать и этот дом в том числе, но он решил выбрать тот дом одноэтажный. Вот. Что касается этого дома, аналогичный дом есть за ним, вот он, следующий. Но ему перекрывает вид этот дом, да, то есть нет, с каких-то окон что-то видно, но я не хочу его показывать. Если вы приедете смотреть, можно посмотреть, если этот ипотека 23, наличный 22, то тот, соответственно, ипотека 22, наличный 21. То есть он отдаст тот дом дешевле, чем вот этот застройщик. Все, вот такая вот история. Так, в принципе, по фасаду все нормально, дом, еще раз говорю, стоялся пару лет, с ним ничего не случилось, все отлично, все в порядке. Можно, здесь сделана дренажная система, здесь после ливней и дождей ничего абсолютно не стоит, есть немножко земли совсем для того, чтобы посадить здесь какие-нибудь туйки, растения. Значит, дальше здесь у нас везде тоже есть земля для того, чтобы что-то посадить. Теоретически можно демонтировать часть брусчатки здесь. Везде все сточные системы, ливневые системы, все сделано. Здесь у нас, соответственно, в колодце спрятана скважина. Парковка минимум на две машины. Здесь вы можете везде посадить. Вот Екатерина Андреевна хочет, чтобы мы на огороде тоже где-нибудь здесь вот сделали. Посмотрите на это чудо. Лучший будущий риэлтор города Сочи. Посмотрите на это чудо. Видите, принцесса, а? Вот, вода выведена здесь. Много влито бетона в подпорные стены. Еще раз говорю, по фасаду все в порядке. Стекла светоотражающие, с затемнением. Планировка, в принципе, вполне шикарная. То есть за цену 23-22 миллиона это шикарное предложение. Однозначно. А, значит, сейчас это самый дешевый, первый дешевый дом, ну, как бы недорогой. Это 13,5 миллионов, который чуть дальше, желтый дом, который тоже есть на канале. И вот этот дом, соответственно, 23 миллиона, 22 там за наличную. Дешевле нету в Каштанах никакого дома. Это, еще раз говорю, хороший капитальный монолитный дом с газоблочным заполнением. Приобретайте, не пожалеете, будьте моим соседом. На первом этаже шикарная кухня-гостиная. Вот такое, прямо у нас здесь такое вот прям фактически панорамное, почти что в пол остекление. Вы здесь с обеденной зоны будете любоваться, еще раз говорю, прекраснейшими, шикарными видами на горы. Дальше Кавказских хребет, вы его не видите, сегодня плохая погода. Изолированная спальня здесь, и здесь ванная комната выделяется. Вот так вот ванная комната, там у нас вот вход, изолированная спальня. То есть первый этаж, кухня-гостиная, изолированная спальня и, конечно же, ванная комната. Подлестничное пространство для хранения хлама. По стандартной лестнице мы поднимаемся на второй этаж, здесь все в окнах. Вот обычно, да, маленькое окошко, какое-то что-то неудобно. Здесь все в окнах, причем это алюминиевый профиль. Это все, господа, недешево, хорошее
монолитное перекрытие. Здесь тоже еще раз изолированная спальня. Здесь у нас ванная комната. И здесь можно сделать еще либо две, либо одну спальню. То есть уже на ваш выбор, соответственно. Еще раз говорю, хорошие оконные группы. Качественно очень. Денег не жалели, светлый такой, знаете, светлый просторный дом с самым лучшим соседом в мире. Но это, конечно же, я, как вы понимаете, да? Это, конечно же, я. Вот здесь у вас. И выход на балкон. Выход на балкон. Выход на балкон. Здесь у нас остекление, каленое стекло, нержавеечка. Еще раз говорю, все есть. Въездная группа, место под бассейн есть. Все абсолютно есть. Классный фасад, все мне нравится. Шикарные виды на горы и цена. Цена, еще раз говорю, приходите, договоримся. Однозначно договоримся, дорогие друзья. У человека есть необходимость продать хоть один из двух домов. То есть он говорит, Дим, мне нужно продать и двигаться дальше. У человека есть земля, он хочет реализовывать какие-то свои проекты, строить коммерцию какую-то там и так далее и тому подобное. Вот, поэтому обращайтесь. И не забывайте, что, значит, к нам по вопросам строительства домов. Вот если вы хотите построить такой дом, мы готовы вам построить. Но на сегодняшний день строительство выросло, оно дорогое, поэтому... Екатерина Андреевна, умножь, пожалуйста, 140 на 80 тысяч. Себестоимость, это минимальная себестоимость, которую можно сейчас вылезти. Ну, не с такими окнами, окна будут дешевле. 1 200. Но если с такими окнами, будет 13. Будет 13, ну, примерно там. Будет плюс придомовая, это, да, плюс придомовая, плюс заборы, плюс подпорные стены капитальные. Ну, считайте, допустим, вылезем где-то примерно в 15. Плюс участок 4 сотки, ну, возьмите даже, ну, возьмите грубо по 2 миллиона за сотку. 8, 15 плюс 8. Ну, в общем, мы получаем с вами 23. То на то и выходит. Ну, сейчас сложно. Сейчас построить сложно, то есть себестоимость только вылазит больше 80 тысяч за квадрат, еле-еле. И то материалы постоянно продолжают расти, это при том, что бетон не подорожал, слава богу. Да, а так, кто строит дома в городе Сочи, знает, насколько сильно растут материалы. Дорогие друзья, если вы хотите построить дом в городе Сочи, пожалуйста, пишите, монолитный капитальный дом, мы построим вам по вашему проекту, по нашему проекту, у нас есть проектировщики, ремонт, предчистовой, чистовой, пожалуйста, набирайте, мы держим цены от 15 тысяч за метр квадратный, это предчистовой ремонт с нашим материалом, туда входит черная электрика, сантехника, штукатурка, шпатлевка, стяжка, теплые полы от 15 и, соответственно, выше, в зависимости от ваших пожеланий, хотелок, кто-то хочет звукоизоляцию, кто-то хочет, ну, всякие фишечки и так далее. Чистовой ремонт у нас стоит от 10 тысяч за метр квадратный, материал с вас. Если у вас есть дом или квартира с ремонтом, отдавайте нам это все в доверительное управление. С нас реклама, с нас, пожалуйста, клининг, с нас мелкий ремонт, с нас, естественно, продвижение всего этого. С вас по договору получайте деньги. Стройка, ремонт, соответственно, доверительное управление, все это исключительно по договору. Мы сотрудничаем, делаем для вас как бы лучшие услуги, стараемся быть лучше, а вы, соответственно, высказываете свои пожелания для нашего совершенства. Вот, и покупка недвижимости. Если вам нужен земельный участок, дом, квартира с ремонтом, без апартамента, любая недвижимость в городе Сочи, сравните, пожалуйста, цены во всех агентствах недвижимости у всех риэлторов и набирайте мне. Если вам вдруг что-то предложат, вы сомневаетесь, фейк это не фейк, вы видели это на Авито, дом Клик, Циан, просто-напросто присылайте все это дело мне, я проведу сделку в том случае, если это ликвидный объект, технически, юридически все проверю, сопровождение полностью сделки стоит 100 тысяч рублей. Я работаю за 100 тысяч рублей, фиксированная стоимость, без проблем, абсолютно для меня лучше продать 3-4 объекта недвижимости в месяц, заработать свои 300-400 тысяч, чем сидеть и ждать, пока я там заработаю миллион. Вот, поэтому обращайтесь, нет проблем, что вы выберете. Я рад буду с вами посотрудничать. Ссылочки на все социальные сети, Инстаграм, ВК, Телеграм-канал, Ютубы, Яндекс.Зен и так далее, есть в описании под каждым роликом. Если вы в городе Сочи что-то продаете, и это что-то, господа, ликвидный объект недвижимости стоит дешевле, чем у конкурентов, набирайте, пожалуйста, мой номер телефона, который вы видите всегда в левом нижнем углу экрана. Я с огромным удовольствием буду освещать ваш объект без проблем. Главное, чтобы это было ликвидное предложение. Поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, и тогда вам будет приходить уведомление о следующих видеороликах. Я вас всех обнимаю, люблю, целую, спасибо вам, что у меня есть. Я всегда для вас на связи по любым вопросам. Это хорошая цена, 23 наличка, 23 ипотека, 22 наличка. Я для вас выжму максимально. Потому что для меня покупатели важнее, чем продавцы. Да, это факт. Я топлю за покупателей, поэтому насколько я смогу сторговаться, я сторгуюсь. Вот. Дом ликвидный. Лучшая цена после того дома, который стоит 13,5 миллионов. Если я его еще не продал за 13,5 миллионов, наберите, я вам его покажу. Это два самых таких недорогих дома здесь, в Каштанах и, в принципе, в Сочи. Поэтому приезжайте, покупайте. Все, я вас обнимаю. Рад буду быть вам полезным, вашим соседом. Напоминаю, что автобусная остановка, да, рядом, я сказал, детей бесплатно. В школу 129-й курсир. Все.
Пока, семья, пока. Пока, родные мои. Все, обнял вас. Пока-пока.